Где живут самые счастливые северяне? В 13 и 14 микрорайонах, потому что их объединяет улица Северного Счастья. Такое название бывшая улица Молодежная получила в декабре прошлого года. Помимо Северного Счастья, в Губкинском появилась улица Дружбы. Она находится между первым и вторым микрорайонами. А улица Ямальская расположилась между первым микрорайоном и парковой зоной. Бывшие названия улиц прожили 28 лет. Теперь горожанам придется привыкать к новым адресам – Северного Счастья, Ямальской и Дружбы. Однако губкинцам привычнее ориентироваться в городе по микрорайонам. Я улиц вообще не знаю. Магистральная есть. А эту я не знаю, как называется. Вы представляете, с декабря прошлого года ее назвали «Дружбы». Была раньше школьная. Как вы считаете, соответствует ли название ей? Дружба? Ну да, дружба она идет, наверное. Школа где? Школа подальше. Дружба пойдет. Я-то сам в 7-м живу. Там улица, я знаю, улица Мира, улица Нефтяников. А когда я официально, что ли, переименовали? В декабре прошлого года. Да, не знал первый раз. Здорово, красивое очень название. Красиво, очень красиво. А какие вы улицы еще в городе знаете? Газовиков, Нефтяников. Ну, наверное, все. А как вы ориентируетесь больше по микрорайонам? Переименовывать пришлось из-за совпадения наименований улиц на присоединенных территориях. Как назвать, решали жители. Сначала на портале «Живем на севере» собрали предложения, а затем провели голосование и определили варианты, набравшие наибольшее число голосов. По результатам проведенного опроса на портале «Живем на севере», комиссия по присвоению наименования улицам дорожной сети рассмотрела все результаты и было принято решение переименовать три улицы города. На сегодняшний день эти наименования улиц были внесены в федеральную адресную информационную систему, где также обновились геоинформационные данные, такие как Яндекс.Карт. Сегодня в Губкинском всего 83 улицы. Их название не повторяется, так что перепутать адреса, как в «Иронии судьбы», невозможно. Ольга Кирьянова, Денис Гимп, Данила Индюков, новости Губкинского.